Добрый день, товарищи. Значит, сделал я вот что. Китайские гнездо прикуривателя. Вот установил вместо этого, ну, подогревать здесь было окошко, спираль была. Подошло один к одному. Вот открывается вот так он, там внутри подогревать. Это как его, контакты всякие. Вот, значит, здесь я повесил вот вентилятор на прищепке. Здесь, значит, провод так завернут, лишь бы не это, не мешался. Вот беру, смотрите, втыкаю, вот воткнул, оп, воткнул. Теперь что делать? Включаю массу, оп, массу включил. И включаю вентилятор, вот так раз. Вот он крутит, ветер дует. Все отлично. Вот такое приобретение у меня. Ну, может быть, когда-нибудь, не в этой жизни, мы сюда будем подключать навигатор. Может быть. А пока вот все, что хотел чем поделиться, это можно вытаскивать. И чтобы пыль не попадала, затыкать ее вот так. Это пусть валяется. Вот. На этом все. До свидания, дорогие товарищи. До новых встреч.